5 ноября. Открытие сезона 2016 зимнего. Так. И Гена, если по-простому, по-русски, то Гена. Какое сегодня число, Гена? Пятое ноября. Мы с тобой где? Где мы с тобой? Давай повернемся. Давай повернемся. Селфи 360. Так и будем что-то крутиться. На оргазях. Точно. Показать вам рыбу, которую я поймал. А, хотите увидеть? От тебя я ничего не хочу. Вот моя рыба. А это вообще рыбачить не умеет. Рассказывай, почему у дяди Максима 8 щук, а у тебя одна. Дядя Максим. Тася. Маленькая. Вообще щук нету, это все мое нахуй. Это самое главное. Ну что, дядя Максим, рыба вообще не умеет рыбачить. Самое главное, дядя Максим. Дядю Гену учил рыбу ловить. Ну да. По спортивному, по жесткому. По мягкому. Мотыля дома забыл. О чем тут можно говорить? Да. На марапетку мы сегодня не пробовали, ловили, как всегда, на кастмастер. Сколько грамм не скажу. Место, сами догадайтесь. Кстати, аргази. То, что аргази стоят, это сильно растянутое выражение. Они, короче, лед сантиметров 5, наверное. Кое-где, короче. И вот такие вот пятна везде, темные. Это двойной лед. То есть внизу он вот такой где-то. И сверху пленочка. А между ними водичка. И, короче, ну вот мы ходим вокруг да около. Так. Ох ты, вдвоем-то. Первая ошибка. Никогда не подходите ко второму чуваку на первом льду. На, это самое. Что тебе? Снять, чтобы тебя? Поставь на себе на ящик, чтобы меня видно было. Я покажу, как блеснить надо. Глубина. Вот, стал ходить с тебя. Ходишь тут, елки-палки? Там леска еще держит. Сейчас я уйду нафиг. Оп! Пускай. Все. Пускай. Показывай. Красоту. А здесь еще рыбы нету? Я там не пробовал. Кстати, вся рыба с этой лунки поймана. Там еще в других лунках. 8 щук с одной лунки, 100 лет так не рыбачишь. На оргазях. Это озеро называется Оргазя. Правильно, в нашем деле правильно удочку взять. Тиканье часов кому-то слышится весенняя капель. Тиканье часов по коридорам ночи близящийся взрыв. Веяние времени, что человек.
тиканье часов кому-то слышится весенняя капель. Тиканье часов по коридорам ночи, близящийся взрыв. Веяние времени, что человек для человека цель. Веяние времени, что чистота эмоций, нервный срыв. Будни на работе, дома, хобби, телерадио, эфир. Общее стремление обеспечить процветание детей. Петру Штеркелю Guten Abend. Петр, а приезжайте-ка вы в гости на Оргазя. Девятая щука с одной лунки. Вам понравится. Новочеркасска приехал, да, Константин? Красивый, как с Новочеркасска. Вы карнавала не видели? Опа, снимает меня. Нет, не видели. Хуя себе. Конец. Режиссер Дамирия. Ты грузин и я грузин. Оба мы грузины. Ты торгуешь мандарин, а я апельсинами. Гория, гория,
Салхаурия, Дория, на Марчева Гена звали, режиссер Данея. Дория, Дория, Дория и Верия, на Марчева Гена звали, режиссер Данея. Союз нерушимый, республик свободный, могила навек великая. Артур, взвешивание. Конец первого этапа тура. Созданный волей народа, единый могучий Советский Союз. На консервы, Артур, ты такой поднимешь? Ты по-честному, Артур. Ноль, ты согласен? Артур, ноль. Ты согласен? Я на риски снова лежу. Просто выходит думать, что в этот момент мы меняем пакет, когда ты смотришь. Да. Консерв для Артура, да? Третий вес. Там 6. Ну, еще 300 кило, да? Угу. Получается 7 300. 7 300, Артур. Тяни тогда коробки. Про щуки еще раз говорю. Щуки жаберные. С выровненными жабрами. Там видео увидите, как я их добивал. Все. Всем спасибо. Сезон 2016. Айсовый. Открыт. 5 ноября.